Я вас поздравляю. Чуть-чуть, шевелюсь только что. Правильно, надо двигаться. Семен, здоровья вам. Я знаю, что у вас такой серьезный трудовой путь был в Пестовском районе. И колхоз вы возглавляли. Дмитрий Семенович Гусев 24 года до выхода на пенсию был бессменным председателем колхоза. В селе Гусево под его руководством построили детский сад, ясли, школу, дом культуры, новые кирпичные дома для колхозников. Он всегда старался помочь своим землякам. По словам ветерана, сейчас в стране стало все намного проще и лучше. Но несмотря на это, молодежи совет Дмитрий Семенович все-таки дал – жить сегодняшним днем. Сейчас все условия создают для жизни, так легче жить стало. Тогда как сам думаешь, так и живи. А сейчас же все-таки государство заботится о молодежи. Все. А тогда не было никакой заботы. А все про молодежь. Сам живи, сам что можешь, то и делай. И сейчас, прожив век, Дмитрий Семенович почти все делает сам. Живет один, переезжать к детям не хочет. Сам топит печки, постоянно принимает гостей. Вот и на столетний юбилей собрал в доме почти всех родственников. А их у него много. Есть уже даже праправнуки, которые на каждые каникулы приезжают в отдаленную деревню, чтобы пообщаться с дедушкой.